Представляем вашему вниманию автокресло Maxi Cosi Rodifix, предназначенное для детей от 3,5 до 12 лет, весом от 15 до 36 килограммов. Кресло удобное, функциональное, имеет легкий вес и растет вместе с вашим ребенком. Запатентованная система Air Protect, широкие боковины и подголовник обеспечат оптимальную защиту головы и шеи вашего ребенка. Ткань обивки сиденья мягкая и приятная на ощупь. Все чехлы автокресла можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Кресло растет вместе с вашим ребенком, высоту подголовника можно отрегулировать. Для этого нажмите на серую кнопку сверху и потяните подголовник, выбрав нужное вам положение. При увеличении высоты подголовника боковинки кресла также расширяются. Угол наклона чаши автокресла можно отрегулировать при помощи фиксаторов по бокам. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как установить кресло в ваш автомобиль. Maxi Cosi Rodifix устанавливается только по ходу движения машины при помощи системы Isofix, либо при помощи штатного трехточечного ремня безопасности вашего автомобиля. Итак, если в вашем автомобиле есть крепление Isofix, вам достаточно выдвинуть крепление кресла при помощи кнопок и соединить их с креплениями Isofix в вашем автомобиле. Обязательно плотно придвиньте автокресло к спинке сиденья вашей машины. Теперь фиксируем ребенка при помощи штатного трехточечного ремня безопасности. Возьмите ремень, верхнюю его часть проведите по специальной направляющей под подголовником. Далее проведите ремень за подлокотниками по красным направляющим, вот таким образом, и закрепите его в замке. Убедитесь, что ремень достаточно натянут и не перекручен. Если в вашем автомобиле отсутствует крепление Isofix, вы можете воспользоваться только штатным трехточным ремнем безопасности. Перед использованием автокресла обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией.